Привет, дорогие геймеры! Ну вот мы наконец-то дождались поздравления победителей. Помните, мы вас всех приглашали, вы к нам звонили, приходили своими тамагочами. И вот появилась наша большая супер-тамагочи, о которой говорил профессор Дав. Сегодня мы будем поздравлять своего первого претендента, то есть победителя, который выиграл вот именно вот эту тамагочу. То есть супер большую тамагочу, которая сделана именно в Японии. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, кто же у нас претендент и кто же выиграл ее. Ну вот у нас и первый победитель, который выиграл вот эту тамагочу, которую я вам уже говорил, которую показывал. Это Жерновков Виктор. Ну что, Виктор, расскажи про себя что-нибудь. Учусь я в 108-й школе, мне 15 лет, и все. Вот это все? Он за 15 лет уже добил такого результата. Это же надо. Расскажи еще что-нибудь, где ты живешь, кто у тебя родители? Он забыл, кто у него родители, он так волнуется, просто ребята. И тамагочи. Ну расскажи про свое тамагочи. Покажи ты его, своего тамагочи. Жили они. Он. В спокойной, обыденной жизни. Вот этот тамагочи, он вырастил. Ну и как, кто это у тебя, кстати? Собака. Собачка у него была, тамагочи. Бесклявая она немного. По-моему, она уже в туалет хочет. Нет, она в туалет не хочет, это точно. А что она хочет-то? Не знаю. По-моему, она хочет вот это большое тамагочи. Она немного голодная. Видите, голодает тамагочи. Она немножко несчастливая. Ну, немножко несчастливая, это не страшно. Вот это его тамагочи. Это можно сделать. Ну не надо делать, ребята уже знают, как делать. Это долго рассказывать. Просто тамагочи прожил у него 99 лет. Ну рассказывай про себя дальше. Как ты его растил, как ты его в школу брал? Я его в школу носил. Ребята. Учителя больно не замечали. А как ты скрывал этот учительница-то все заметить должна? Незаметный был. А, он такой тихий тамагочи был. Ну ладно. Жерновков Виктор выиграл у нас вот этот тамагочи, поэтому мы его поздравляем и дарим тебе этот тамагочи. Расти теперь большого тамагочи. Теперь вот такой тамагочи он в школу, естественно, не возьмет, потому что в карман она не полезет. Придется ему держать ее только дома. А этот тамагочи умеет все. Там 24 функции. Функции для дома, функции. То есть там есть часы, есть будильник, есть секундомер. То есть этот тамагочи, это супер тамагочи. Так что давай. Если ты еще вырастешь больше тамагочи, то получишь огромную тамагочи, еще больше. Молодец, Виктор. Ну вот, Жерновков Виктор у нас уже выиграл тамагочи, но у нас еще есть один претендент, который тоже может выиграть этот тамагочи, если он подойдет к нам, то есть салон Бонус по адресу Аксакова 94, и покажет свое тамагочи, тоже выиграет такую же тамагочи. Тоже молодец, он тоже вырастил, он звонил к нам. Ему тоже 99 лет, это Аминев Ирик. Так что, Аминев Ирик, приходи к нам, и мы тебя ждем. Не забудь. Наш адрес Аксакова 94, салон Бонус. А нашу программу, конечно же, сейчас продолжат. Продолжим мы ее приставкой Sony PlayStation, тоже новыми играми. Это Сир Макс и Мистер Сос. Так что, им слово. Добрый вечер. Привет, дорогие геймеры. И мы сегодня, это Сир Макс и Мистер Сос, опять же в бонус, в салоне бонус вернее. Сегодня у нас супер телепередача Супер Бонус Клуб показывает игры, как всегда, на Sony PlayStation. Да уж. И к нам пришли в студию, значит, очень много писем пришло. Пришло два замечательных рисунка, да? Но, к сожалению, не написал, кто их нарисовал. Вот это первый рисунок. Значит. Так. Давай. Вот этот второй рисунок. Да. Я, значит, Сир Макс вам говорю, попрошу, вернее, прислать авторов этих рисунков, значит, свою. На бонус-клуб. Да. И мы во время игр прочитаем ваши письма, хит-парады и стихотворения. И сейчас Сир Макс покажет нам игры на Sony PlayStation. Это у нас сегодня будет 4 игры. Значит, это Mass Destruction, которая будет первая игра у нас сегодня. Давай сюда. Вторая игра у нас будет Курукши. Классная игрушка такая, чисто логическая. Да.
Следующая игра у нас будет «Зад». Так и называется «Зад». Стратегия игра «Зад». И футбол. Абсолютно привлекательная игрушка такая. Последняя игра «Футбол 97». Давайте будем смотреть эти игры и наслаждаться графикой. Углубимся в мир видеоигр. Игрушки, в которой главного героя сажают в танк и дают задание уничтожить все вокруг, совсем, поверьте мне, совсем не нова. Таких игр выпускают всегда очень много и практически на каждой платформе танковых аркад. Всегда было достаточно. Но в наши буйные времена изобретение новых жанров, постарые, но добрые танки что-то стали забывать. В большинстве своем подменив их вертолетами, самолетами, а ведь напрасно. Спрос на игры с танками еще высок. Вот и решил не слишком пока известный в мире компьютерных игр BMG выпустить игру Mass Destruction, что в переводе означает «массовое уничтожение». PlayStation и Saturn. Пользуясь их приличной производительностью, разработчики сделали новый быстрый графический движок, позволяющийся всему происходящему мелькать на экране со скоростью 60 кадров в секунду, причем практически в любом случае, независимо от количества объектов на экране. Игроку дается на выбор 3 танка, каждый из которых несколько отличается от другого по его мощности и скорости передвижения. В качестве же вооружения прилагаются пулеметы, мортиры, огнеметы, самонаводящие ракеты и мины. Одним словом, боекомплект очень внушительный. После этого, выбрав любую из 5 различных компаний, можно уже приступать непосредственно к делу уничтожения противника. Управление танком крайне необычно и жизни. То есть ехать и стрелять прямо довольно-таки сложно. Пушке каждым ее движением приходится управлять, не забывая при этом о передвижении самого танка, которому стоять на месте, особенно под обстрелом, совершенно противопоказано. Стрелять и насажать можно не только врагов, но и практически все, что попадается на пути. Каждое здание, ангар, сарай, фонарный столб, наконец, подлежат, впрочем, совершенно не обязательно уничтожению. Под руинами некоторых зданий вас ожидают приятные сюрпризы в виде различных бонусов. Задания, получаемые для каждой миссии, довольно простые по составу, но бывают сложны для выполнения. Построение уровней хорошо придумано. Нет ничего лучше каждого из уровней. Не слишком короток, но и не слишком длинен. Состоит из разных типов ландшафта, включая воду, в которой также можно въезжать на танки. Но так, чтобы не затопили крышу. Интересный момент, заключающийся в том, что одними из самых страшных противников в Mass Destruction, то бишь в массовом уничтожении, является Super Troopers, который способен обычных мирных граждан превращать в солдат, причем в любых количествах. Еще в игре существует множество разных анимаций, посвященных смерти мирным гражданам в результате применения к ним различных видов оружия. Итак, следующую игрушку мы наблюдаем — Курюши. Это игрушечка типа Тетрис, значит, логическая игра. Трехмерный Тетрис. Вам тут нужно срезать зелененькие кубики, и прибавляются другие кубики, и продолжаем все снова. Значит, вам здесь надо срезать, как вот сказал уже вам мистер Со, значит, и
чем больше вы срезаете, тем больше количество уровней вы проходите. И вот, допустим, сейчас загорелся перфект, значит, это абсолютно правильно мы все сделали. Если вы не успеваете срезать, вы увидите дальше, мы падаем, значит, со скалы, а значит, вот эти вот кубики, вот, это лед, скорее всего. Да, и дальше мы прочтем ваши письма. Пишет нам Бирюков Андрей. Привет, меня зовут Бирюков Андрей. Для начала я хочу поздравить всех поздравить всех с мужским и пацановским праздником, то есть 23 февраля. Опоздал он что-то конкретно. Ну ладно, когда вы это прочтете, то есть в четверг будет уже с прошедшим 23. Перейдем к делу. Я написал свои хит-парады для всех приставок, кроме Sony PlayStation, так как мне не посчастливилось поиграть в лучшие игры на Sony PlayStation. Итак, начнем. Хит-парад на 8-битной платформе. Первое место занял, конечно же, Best of the Best. Это игра, сделанная по фильму, которую вы все смотрели. Вторая игра Top Gun, самолетная леталка. Тоже прекрасная игрушка. Третья игра Side Poker, это бильярд. И четвертая игра Prom Am 2. И, наконец, пятая игра Captain Skyheft. Я хочу перебить своего напарника, можно сказать, и вы сейчас наблюдаете игру Set. Итак, вы только что наблюдали игру заставки от игры Z. Эта игра сделана, вернее, заставка сделана с юмором. И, конечно, вы играете за красных, красные роботы. И вам тут нужно завоевать некие территории, то есть флажки и разные газики. Вы можете ломать тут стены. У вас есть противник, это синий противник. Эта игра сделана на немецком языке, есть на английском и есть русифицированная игра, то есть на компьютере. На Sony PlayStation пока не вышла русифицированная игра. Очень жалко. Ну ладно, будем играть в немецкую версию. И вы видите, синие противники подходят к нашей базе. И мы сейчас отметим нашу территорию. Так. Как я уже повторяюсь, в этой игре надо завоевать флажки, то есть территории.
вы видите, газики, газики тоже можно завоевывать. Итак, наши красные игроки, мы завоевываем газики и двигаемся вперед. У противников имеется база, которую нужно уничтожить. Когда уничтожается ихняя база, вы переходите на следующий уровень. Конечно, следующий уровень будет посложнее, чем первый, так как во всех играх это всегда так. И вот так, вы видите то, что синие игроки, в смысле чужаки, завоевывают нашу зону. Но мы им не дадим завоевать, конечно, и мы их уничтожаем. Сейчас я хочу прочитать стихотворение Баширова Ильдаром. Он, значит, написал нам в бонус такой вот, можно сказать, смешное стихотворение. Я вам сейчас его и прочитаю. Я считаюсь эгоистом, с пестренкой весной. Я же с хохотом и с криком, я гурежусь, как шальной. Ну, поймите и меня, не успел прийти с учебы, я сразу сяду за я за джойстик. Мне играть охота очень в Mortal Kombat или в Duke какой. А недавно было дело, я проспал средь бела дня. В бонус-клуб поехал я, картридж взял себе покруче, чтоб играть как можно лучше. И, значит, твое стихотворение, как говорится, складывается. Мы сейчас наблюдаем футбол, как это говорится, футбол одно из многочисленных таких игр, которые можно играть вдвоем, втроем, а также вчетвером, особенно на Sony PlayStation. Итак, если вы видели прошлую передачу, вы видели футбол 98-го года, это футбол 96, и мы можем сравнить графику, звуки, удары и так далее. Ну, каждый футбол по-своему оригинален, можно вот так сказать, да? То, что любые голы, пенальти и так далее, и тому подобное, они в каждой игре по-новому озвучены и по-новому прекрасны. Итак, теперь я перехожу к хит-параду на 16-битной платформе. Первое место занял Mortal Kombat 3, второе место занял WrestleMania, третье место занял Battle Cage, четвертое место занял Sonic Zone и последнее место занял Zero TV Run. Ну что ж, давайте будем смотреть этот прекрасный интересный футбол. It's nil-nil still. In the air, deep from the right. Итак, сегодня мы просмотрели игры на Sony PlayStation. Вы увидели победителей конкурса, и на следующей передаче мы объявим новый конкурс. Ждите. Очень хороший конкурс, вам понравится, особенно любителям файтингов, таких как Mortal Kombat и Tekken 2. Да. Вот ну так что? Вот. А на этом у нас наша передача заканчивается. Правильно, Сермак? Ну что ж, мистер Сос. Пока, победа, ребята. До свидания. Let's get 'em.